Краевые власти решили предоставить льготу по налогу на имущество Богучанского алюминиевого завода. Это сегодня заявил председатель правительства края Виктор Томенко. Инвесторы предприятия обратились к чиновникам за поддержкой с просьбой о налоговых преференциях со следующего года. Это позволит Внешэкономбанку открыть финансирование строительства жилья и социальной инфраструктуры для будущих работников завода. Уже в ближайшее время планируется начать возведение жилых домов, двух детских садов и школы. Кроме того, предусмотрена реконструкция участковой больницы. Хотя льгота будет действовать 7 лет, затраты инвестор почти на всю сумму понесет в первые 4 года. Законопроект о предоставлении преференции предприятию будет еще обсуждаться в законодательном собрании. И краю выгодно сегодня принять такое решение и согласиться с предложениями инвесторов. Наши расчеты основывались на прагматичных совершенно аргументах. Ну, первое и принципиальное. Мы не даем инвесторам деньги из бюджета. Мы не финансируем проект напрямую. Мы предоставляем льготу по налогу на имущество под те объекты, которые еще только будут введены. В результате того, что будет построен поселок, в результате у нас заработает, запустится алюминиевый завод в установленные сроки, то дополнительно приведет к тому, что мы еще миллиарды рублей в ближайшие 7-8 лет получим в бюджет края.